Итак, всем привет! На канале начинается цикл видео по игрушке Wasteland 2. Почему цикл видео? Потому что это не будет первым взглядом, то есть это будет не одно видео. Но это и не будет прохождением, потому что игрушка здоровенная и полное прохождение делать на нее я не очень хочу. То есть время у нас 2 часа ночи, четверг. Я, в общем-то, только что проснулся после какого нокаута, который мне нанес грипп. Я сейчас гриппую по-страшному. То есть набухался всяких этих лекарств. То есть, если слышите, у меня во рту это конфетка от боли в горле и так далее. То есть, все для вас, что называется. Ну и для себя, конечно, потому что за этой игрушкой я наблюдал очень долго. И хотел все-таки в нее поиграть. То есть, что представляет из себя Wasteland? Wasteland, Wasteland 2 фактически прямой продолжатель дела Wasteland 1, которая в свою очередь была прародительницей первых двух Fallout'ов. То есть все, что было в первых двух Fallout'ах по части той же самой боевки, по части там этих какого инвентаря, ну прочее, прочее, прочее. Система, опять же, перков, система навыков, система. Вот это все перекочевало из Wasteland первой части, которая, охренеть, когда вышла давным-давно, когда еще у меня компьютера не было, лет, наверное, черт знает сколько лет тому назад она вышла. Но не суть важно. Короче, она еще в 90-х вышла. Не помню точно когда, но точно помню, что у меня компьютер появился позже, чем вообще отгремела эта первая часть. И вот Fallout'ы первый, второй я застал, а Wasteland уже нет. И вот вышла вторая часть, которая делается, в общем-то, тем же самым чуваком, что сделал Fallout Tactics. Тоже незаслуженно забытая игрушка, на мой взгляд. Которая, в которой тоже очень много именно от Wasteland. Даже больше, чем в Fallout'ах, на мой взгляд. То есть, это сделал вот этот Брайан Фарго на Kickstarter'е, запустил эту самую программку, собрал денег, вот зарулил такую игрушку. Насколько я знаю, она чертовски охрененно огромная. То есть, задротствовать там можно очень-очень долго. Бачки, а почему у меня курсор меняется, если я сюда Странно. Вот так вот курсор красивый, а вот так вот курсор некрасивый. Не знаю, на видео это будет видно, нет? Что-то прям странное. Ну да ладно. Мы тут видим, кстати, дополнение «Красные сапоги» всего за 49 баксов. За 50, по сути. Нёка, чё за хрень? Шутка! Вы же не думали всерьез, что у нас есть загружаемый контент? Конечно, нет. Только наверняка, блин, он у вас будет. Так, ну что ж, давайте по настройкам. А, к управлению мы вообще не будем трогать. Ага. Все, в принципе, нормально. Звук. Можно немножко музон прибавить, я думаю. Потому что музон тут вроде неплохой. А у меня нет партнерки на Ютубе, так что мне копирайт страйк не светит, если я подтвердю, что в моей видео используется контент, на который заявлены авторские права. Ну да и ладно, давайте начнем, собственно, новую игру. Итекс. Наберите группу, нажмите сюда создать рейнджера. Да, давайте создадим своих. Так, боевые навыки. Боевые навыки показывают, насколько умело персонаж обращается. Так, ну понятно. Атрибуты.
и прочее. Так. Знаете, это... Вот когда я загружаю такие вещи, мне сразу вспоминается Волк в Commander. Не знаю почему. Но очень похоже. Куча всяких непонятных надписей. Столбики. Так. Давайте глянем. Значит, по основному. Так. Координация. Рейнджер с высокой координацией ловок. Гарциозин, да. Это я озвучивать не буду, то есть кто хочет, тот сам прочтет, да? Так, шанс критического попадания. Так. Ага. Восприятие. Так, ну сила, понятно. Скорость. Ага. Вообще клёво. Интеллект. Харизма. Так, ну здесь понятно. Так, что здесь у нас есть? Так, выживание. Воду и хотите. Понятно. Так, грубая сила. Трассировщик, пусть слова, так. Так, это про животных, понятно. Жополис, оглевая. Понятно. Так, задира. Научиться заставлять людей делать то, что вам нужно. А, ну это то же самое, только это... То есть это лесть, а это запугивание, понятно? Зоркий глаз выучите, чтобы видеть то, что не замечают другие. Так, лидерство. Ага. Ясно. Меняла. Ну, блин, это бартер натуральный. Оружейник, если вы хотите. Так. Ну, это бесполезняк. Хитрожопа еще. Понятно. Текс. Надо включить хоть секундомер хоть, чтобы больно-то большие серии не делать, а то у меня есть такая страсть к гигантизму. Люблю я большие серии делать по часу. Так, ну дробовики, дробящие оружие, пистолет, пулеметы, так рукопашная, снопа тяжелая. Холодная, штурмовые, энергетическая и технические. Взлом замков, взлом сейфов, взрывотехника, компьютер, механика. Механика за что отвечает? Так, ремонтировать бытовые двигатели. Ага. Полевая медицина, понятно. Ремонт тостеров, что за хрень? Узкоспециализированный и сильно недооцененный навык в мире, где нет тостов. Но иногда крайне полезно. Используйте навык ремонт тостеров на любом сломанном тостере, который найдете, но во время путешествия никто не знает, что может находиться у него внутри. Понятно. Это чисто этот, знаете, к
как, например, в том же Fallout, вот Нью-Вегасе, который мы проходим, это навык дикая пустошь. То есть это всякие пасхалки, секреты и прочее. Снятие сигнализации. Так, ну это понятно. Хирургия. Так, ну что я вижу? Надо собирать разношерстную команду. То есть, начнем с командира, да? Он должен нас что? Он нас должен хорошо лялякать. Чтобы он хорошо лялякал, я так понимаю, нам нужно ему качнуть харизму где-нибудь, наверное, до восьмерки. Так, потом сила ему, я думаю. Ага. Так, восприятие, боевая инициатива, уклонение. Так, это не надо. А как? А вот. Понятно. Так, удача. Удача ему может вообще-то пригодиться. И координация. Это очки действия, но он будет у нас не боевой, поэтому мы его вообще на единицу сделаем. Так, ну я думаю, что башка-то у него варить тоже должна, наверное, да? Так, ну и... По-моему, вот такой вот будет нормально. Хотя, не знаю, удача нужна такая. Да давайте тоже удачу уберем. Вот, оставим обычную. И, собственно, сделаем его еще более харизматичным. Вот так вот. Так, теперь, значит, что у нас тут? Лидерство, лидерство, если... Ага, понял. Так, лидерство один. Также полис я могу на два сразу? Могу. Хитрожопый. На два сразу. Могу. И так. Менялу может. Для торговли хорошо. Давайте какую-нибудь другую, потому что это, по-моему, это одно и то же, да? Возьмите. Потому что непонятно, что же полис. Что хитрожопый. Давайте лучше хитрожопого делать. Жополис что-то мне не очень нравится. А как отменить? То есть я вообще хочу ноль. А, во. Так. О, хитрожопа, пусть будет 4. И пусть будет лидер. Я думаю, ему... А, нет, слушайте, что я делаю-то? Тупой. Тупой. У нас же тут вот еще есть навыки. Он что будет? Просто то это... Так, а что он может? Так, хирургия. Взломщика. Качать. Так, вот хитрожопый надо качнуть все-таки до такого состояния. Или можно даже вот до такого. И вот, наверное, взломщик. Пусть будет он еще и взломщиком. Нет, тогда... Блин, я тут надолго залипну, короче. Потому что мне это очень нравится. Так, снятие сигнализации еще давайте. Вот так. Вот. Я думаю, что так вот у нас получится что-нибудь. Правда, он будет голыми руками воевать, и это не очень хорошо, конечно. Но...
Он у нас не вояка будет. Так, погнали дальше. Так, мужик, конечно же. Ну, потому что мужик. Так, волосы, голова. Так, рюкзак, ноги. А прибавить можно как-нибудь? Эу. Ну, так у тебя можно, да? Крутить. Так, тебя можно крутить, а прибавлять тебя, похоже, нельзя, да, колесико, потому что не работает. Фигово. Ладно. Так. Иракес какой-то, блин. Индеец. О, вот это брутально. Так, торс. Вот такая вот картяха ему, я думаю, подойдет. Так, рюкзак, что за фигня? Так вот, наверное, вот как-нибудь так вот. Мелко, блин, пипец. О, как у Джоэля, да? Всякие тут фигнюшки. Во, пусть так будет. А хотя нет, он же у нас не выживальщик. Ладно. Какой есть, вот такой пусть будет. Так, рост. Чё так? Ага. То есть тут 4 роста? Нет, 5. Ну вот пусть такой будет. О, тут еще имя. Имя, имя, имя. Какое будет у него имя? Туз, конечно. Туз. Фартовый, как говорится. Возраст. Ну, как много в жизни повидал, 25 ему примерно. Так. Религия. Атеизм, конечно. Потому что будет он у нас довольно-таки перс этот циничный. Сигареты. Ника Попс. Стикс. Да, Стикс, конечно же. Да. Национальность. Раша. Он из России. Приехал. Биографию вообще писать не будем. Нафиг надо. Окей. А твою мать. Так, подожди. А как вернуться? Так, ну здесь все нормально. Нам бы надо сохранить. Мужчина, да, все правильно. Делать новый снимок. Даже так делать нельзя. Ну-ка. О, мужик такой. Прямо красавчик. Да, все нормально. Так, создать еще рейнджера. Блин. Ну да, эта серия будет целиком посвящена созданию персов. Созданию нашей команды. Так, значит, языка трипло у нас есть. Что нам нужно? Нам нужен танк. А нам нужен танк, который будет офигенно сильным. Так. Нет, не офигенно сильным, а вот где-то вот так вот. На восьмерочку сильным. Удача ему нафиг не нужна. Так.
восприятия, инициативы, шанс уклонения, шанс критического урона. Скорость ему вообще не нужна, потому что это такой будет танкист. Интеллект. Чё хоть он делает-то? Так, дополнительные очки. Так, возможность читать книги. Дополнительные очки действия. Интеллект пусть так остается, харизму нафиг уберем, она ему не нужна. Поэтому силу мы ему тогда вкачиваем вот так вот. Так, потом, что у нас еще? Координация тоже за что? Бонус. А, количество адекса, бонус к шансу про... Так, ага. При стрельбе и критический удар. Ну да, все остальное качаем вот сюда. Вот. Не знаю, что у нас получается. Это будет какой-то очень странный чувак. Так. Что он у нас может быть? Так, ну, во-первых, он грубой силы, конечно же. Во-вторых, он умеет тяжелым оружием пользоваться, холодным оружием пользоваться, дробовиками или нет, дробящим оружием пользоваться. Так, и... рукопашка. Рукопашка, конечно же, да. Рукопашка и... И что еще? Штурмовые винтовки нет. Это не его. Снапы тоже не его, конечно же. А где у нас взрывчатка? У нас вообще есть взрывчатка? А, вот, взрывотехника. Хотя нет, подождите. Нафига это ему? Но с другой стороны, надо. Потому что я бы, конечно, дробовики ему вкачал, но... Не знаю, ему, наверное, не надо пока. Но пусть так будет. О! На все руки от скуки, молодец, мужик. Будет прямо... танковать. Давайте. Тоже будет мужик, конечно же. Имя. Бен. Даже нет. Биг. Бен. Во. Так, сразу же рост ему делаем. Чтобы он вообще пипец. Во. Такой вообще мужик будет. Так, борода мне нравится. Так, а бушку-то как? Стоп. Не. Да. О, ужас. Ой, какой кошмар, нахуй. Пипец. Ну, нет, нафиг. Вот, во! Во, какой у нас будет Бен. Шляпе. Да, такой. Нет, подождите, давайте еще посмотрим, что. Или вот так. Да, такой матерый. Типа, я всем надаю. Так, возраст будет... Тридцатник, наверное, где-нибудь так. Нет, сороковник. Конечно же. Так, делать новый снимок. Ну да, вообще. Так, теперь.
На рюкзак нафиг. Ноги, что у тебя есть? Мне нравится так. Пипец. Да. Вообще. Ну, вроде вот. Хотя, с другой стороны, ему надо, наверное, какой-нибудь... Но, по-моему, это не влияет на показатель брони, который, какую одежду мы ему выберем. Здесь это как-то не предусмотрено. Может его как-нибудь перекрасить? Вот так вот. Брутальный. Большой такой. Не. Белый. Но не настолько белый. Вот такой вот загорелый. Испанец он будет, если здесь есть. Так, религия. Ну, раз, блин, испанец, значит, христианство. Так, национальность. Арабский, европейский, индийский, латиноамериканский, индийский. Ну, Испания в Европе, тогда европейская. Сигареты, конечно же, у нас все курят. И все курят у нас. Ну, этот вот, вот этот будет. Да-да-да. Вот это он будет курить. Ну и вроде как. Так, сделать новый снимок. Блин, мне не нравится торс. Давайте торс менять. Тут ничего так. По-моему, самая подходящая одежка. Потому что дальше одно и то же пошло. Да, для ковбоя, вот для такого вот матерого мужика, наверное, самая крутая одежка. Так, создаем новый снимок. И... Опа. Так... еще создаем одного. Так, значит, у нас трипло есть, танк есть, что нам еще надо? Нам нужен снайпер-технарь, по идее. То есть, та, которая... Ну да, я буду бабу брать. То есть, у нее должна быть скрытность, у нее должна быть вот эти вот все взломы. А хотя нет, взлом-то у нас уже есть же, точно. Тогда нужно... А, ну да, технарь, технарь, это технарь. А, технарь... Она у нас будет тогда... Именно вот по технарю. Это компы. Да, компы, механика. Ну, конечно же, ремонт тостеров. И что еще? У нас 6. А, и что-то из этих. Так, снопа пусть может. И штурмовые. Или пистолеты-пулеметы. Так, ну, ей переключаться будет сложно, поэтому надо ей что-нибудь такое легкое дать. Например, пистолеты. Так, и еще что? Так, что еще? Вот зоркий глаз я, наверное, сделаю, да. Зоркий глаз я и сделаю. Так, и что у нас будет по этой? Харизма ей нафиг не нужна. Давайте на минимум. Так, скорость. Вот скорость ей нужна.
потому что она будет снайпером, ей надо будет уходить на дальние дистанции, а тут скорость влияет на расстояние, преодолеваемое за одно очко действия. Так, сила. Сила вот так вот пусть будет. Так, удача ей обязательно нужна. Это самое главное для снайпера, для крита. И, собственно... Да вроде нормально. Давайте так и сделаем. Так. И это у нас будет... Вайлет. Хорошо, что здесь этот русский язык поддерживается. Так, ну-ка, волосы. Не, башка, давай бошку сначала. Ой. 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 А, слушайте, во. Группа Kiss, поклонница Стинга. Не. Да уж. Баба тут, конечно, просто пипец. Ладно, давайте делать поклонницу Стинга тогда. Вот она, да? Да. Стинга, если кто не помнил, это этот рестлер старый такой. Касочки. Какой кошмар. Кастомизация однозначно не зачет. Потому что как ни кастомизируй, уроды получаются. Вау. Слушайте, а вот мне нравится. Так, торс, что у тебя есть? Вот мне сразу зачет вот эта штука. Для снайпера отлично. Давайте искать что-нибудь. Еще. Во! 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 Я согласен. Я на все согласен. Так, нет, подождите. Так, возраст сколько? Ну, а чё бы нет, 20. Так, религия, блин, ну чё-то как-то... индуизм, язычество... Мормонка? Нет уж нафиг. Пусть будет язычницей так. Своим богам молится. Не курит, кстати. Вообще не курит. А, и она индианка будет. Во. О. Только она, наверное, должна быть посмуглее. Вот. Вот. Во. Самая натуральная индианка. Вайлет. Белый. Острый. Какие у меня там бывают? Не, валит спящий медведь. Вот так-то. Да-да-да. И, собственно, давайте последнюю сделаем вот...
хоть вот этого взять. Хотя нет, давайте еще одну бабу. Но здесь бабы говно, на самом деле. Я так понимаю, у нас по холодному оружию вообще никого, да? Кроме Биг Бена. А это печально. Давайте еще бабу сделаем. А, нет, подождите, нам медик нужен, блин, точно, точно. Нам нужен медик. Так, хирургия, полевая медицина 2. Так, штурмовые винтовки. И, наверное, на всякий случай холодное оружие, поскольку он умеет вроде как скальпелем-то воевать, да? А почему в хирургию у меня ушла? Вот. Хирургия полевая. Ага. Ага. В принципе, пусть будет выживание еще. Хотя нет. Что еще прокачаем? Холодная. Так, ну пусть тогда еще, может, он постреляет. Из пистолета, например. Вот так вот пусть будет, да. Так, что ему нужно? Ему нужен башка. Башка ему нужна, очень нужна. Харизма ему тоже не нужна. У меня с харизмой мужик есть. Скорость. Подбегать, лечить врагов, ну не особо это надо, но пусть будет. Сила, я думаю, вообще не надо. Удача. Чтоб удачно полечил. Да, так что ли сделаем? Так, а что это? Инициатива, ага. Так, координация, количество ОД. Ну вообще он стрелять-то будет. Так что давайте мы... Так, уберем... Пожалуй, от силу надо убрать. И координацию прибавим. Ну, давайте так попробуем. Окей. И это будет... Это тоже баба, а чё бы нет? Имя. Это... Кто-нибудь вспомните какую-нибудь известную врачиху? Ну, правильно. Тринадцатая. Лет ей будет 23, скажем так. Религия. Я уж не помню, какая у нее была религия, но это и будет буддизм. Сигареты не курит. И она, собственно, ну вот она как раз американка будет. Американка. Так, башка, надо снять у нее эти... Похоже, не похоже. А зачем я делаю ее похожей, да? Ух ты. Ух ты. Какая есть девочка-ассасинца. Башка изменилась, а? Я вроде не менял. В смысле, цвет кожи. Шляпа. Ух ты. Это что такое? А это, по-моему, первая, да? Нет? О,
сколько тут причесонов-то. Всяких причем. Да что-то как-то мне это все не нравится. Вообще мне ничего здесь не нравится, если честно. Редактор отстойный, прям по внешности вот отстойнее. Отстойнее некуда. А пусть вот этот будет, чтобы я был заметно. Так, ТОС, ну это не... А, ну да. Что тут можно ей сделать? Да, ну вот, чтобы ее было заметно. Так, ноги. Юбочки есть. А ну хотя вот так вот подходит. Ну-ка, ну, все равно юбочки надо посмотреть. Фигня. Фигня. Вау. Вот это я оставлю сейчас. Давайте выберем что-нибудь. О! Вот она, 13-я, точно. Ну я, как вы понимаете, упарываюсь просто-напросто. Ай-те-те-те-те-те-те. Надо снимок сделать. Во! И даже очки здесь очень даже неплохо подходят, так что давайте так. Играть. Так, знаете что? Нас тут наверняка будут нарезать, поэтому я на новобранца пойду. Давайте-ка. Какая длинная загрузка, пипец. Их надо будет резать, конечно. А перевод нет, что ли? What comes after the end? Блин, я даже не успел увидеть, что там было написано. Ну, понять имеется в виду. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too,
called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Родился. Что-то родился человеком, умер чем-то там другим. Thank you, recruits. Это генерал Варгас нафиг. Нас инструктирует. Так. Хитрожопый вообще. Наш туз, он такой хитрожопый. Так, Эйс, что за... Эйс had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been given us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook him up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. But sadly, Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. Так. А сигнал? The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers, specifically. It said it was coming for us. Где находится это? I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. Ну, понятно. А тогда? When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got one ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight up genocide. The mission is this: search the area where Ace's body was found, and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Ну ладно, давайте заканчиваем этот базар. Where the heck do you think you're going, recruits? I know you're eager to get out into the field, but I haven't told you where you're heading yet. Now settle in and listen. The place where Ace was found is about a day. Так, вот. Сюда нам, да? Черт, я думал, карта будет больше, или это не вся карта? Ну и пока, и нахрен тебя вообще. Так, лопата. Давайте возьмем. Так, кому дадим лопату? Биг Бену. Да давайте медички. Все ей. А, хотя нет, у нас у кого удача лучше всего прокачана? Хотя нифига не понятно. Ну ладно. Давай, бери нахрен.
Так, ключевые слова. Можно не только выбрать, но и... Так. Нифига себе. Так, навыки общения. Ага. Это как раз то, что нам показывали. Так, использование предметов, его можно в инвентарь захерачить. Так. Что нам дает, собственно, лопата? Так, ну-ка. Так, здесь лежит Эйс, родился мужчина и умер пустым... А, вон и что. Вот это как раз то, что я пытался перевести, да? То есть он родился человеком, а умер не человеком. Так, осмотреть. Генерал-майор Ред Хук. Кадет Ксекс. Рядовой первого класса Дэвид Ассов. Кадет. А, ну понятно. Кладбище. Погнали. Погнали дальше. Так, а что это я? Вот ведущий-то у нас. Так, блин. Не успел прочитать, что там. А, вот. Говорит, раз вас видеть новобранцев, только дверь для вас открыт пока не могу. Ах ты сволочь. То есть я сюда хотеть, а ты... Говорит, идите на пустошь, там дохните, сволочоги. Если не сдохнете, то милости просим. Прошим. Так. Что ты так? Кто ты такой? Беседовать, давай побеседуем. Пожилая женщина в форме рейнджера. Так. Ты что? Я же вроде побеседовать. Понятно. Это типа торговец, но она с нами торговать не хочет. Упс. Эй, Эко Ван, можете мне эту жестянку передать? Кажется, там вода есть. Какую жестянку? Вот эту? Да без проблем. Отнимать у козла еду? Фига себе. Он хитрый. Туста. Так, но Биг Бен не такой хитрый. Давай-ка мы поднимем. Так, отдадим тебе. Так, погоди. Беседовать. Ну, привет, так. Хорошо, что... Необходимое. Ага. Ладно, попробуем подружиться. Окей. Ладно. Так, что у тебя есть? Ух. То есть все-таки куртяхи-то есть. Кожаная куртка. Так, ну отвалите с этим дневником. Я понял, все ваши... Камера поворот, я тоже знаю как. Да и это тоже знаю. Ух. Ну да. Есть что поторговать. Но у меня 0 баксов, так что... Так что не надо. Погнали дальше. Сегодня ничего, да, пока. Так, а что с твоей этой банкой-то делать? Не знаю. Короче, ладно.
Пойдемте дальше. Так. Кажется, здесь что-то закопано. Так, как уж тут инвентарь-то? Инвентарь. Ау. Это, по-моему, кнопочка. Да. Так, ты у нас будешь копать, короче, мужик. Так, где тут у нас? Так. Новая лопата. Отдадим этому. У него вроде как удачи больше всего. 13-й уронил лопата. Ну как ты, не стоит на тебе. Вот. Так, подожди. Подбери. Ну, поднять, ну. Да-да-да. Взять. Да-да-да. Теперь на панель. Лопата. Вот так. Так. Так, 6. Окей. Так, что-то я нашел. 11 лома, патрон для дробаша, лекарственные травы. Так, лекарственные травы медику. Патрон для дробаша. Единственный, кто у нас с дробовиками, это Бен. Ну и, собственно, там не вот эта дрянь. Отлично. Так, ну и на этом, я думаю, мы первую серию завершим. Серия у нас будет как минимум 5. То есть я хочу такой довольно-таки приличный геймплей сделать, но не полное прохождение, нет, конечно же, я просто не потяну его. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, или ставьте дизлайки, или пишите хорошие комментарии, пишите гневные комментарии, подписывайтесь, отписывайтесь, в общем, делайте все, что считаете нужным. Всем спасибо за просмотр, всем пока.